Итак, вебинар 189. Немножко до юбилея осталось. Вот. Вы видите перед собой девочку. Поздравьте меня. У меня еще одна внучка. Вот. Зовут ее Алена. Вот. А полностью ее зовут Алена Лотенкова. Вы уже поняли, что мы настолько друзья и братья были и сейчас есть, Царство Небесное, Юрию Алексеевичу, что теперь у нас есть общая внучка. Поздравьте меня. Вот, так что моя семья расширилась. Видите, какая прелесть, да? Она в чудо-саду. Поверите, что это персики? Вот. А вот она со своим дедушкой. Вот. С мамой. Маму зовут Ольга. Ну, естественно, что отчество у нее Юрьевна. Так, посмотрели, полюбовались на это чудо. Я всегда говорю, женщины украшают сады, сады украшают женщин. Попробуйте не согласиться со мной. Вот. А это Галя. Ну, для кого-то Галина, для меня Галя. Галочка Лотенкова. Вот. Мы с ней вместе молились. Мы ждали чуда. Вот эту фотографию получил от Ольги Лотенковой. Вот. И сказал, берете, укореняете, и у вас получится продолжение дела своего папы Юрия Алексеевича. Вот. А почему я сказал именно с этого? Да потому что время в укоренении самое лучшее впереди. Я потом вас познакомлю еще раз с Алексеем Ивановичем. О, такой волшебник, он умудрился укоренять зимой, а я даже и не пробовал. Я по-простому, я придумал летнее укоренение, вот зимнее, вот еще один сапог. Теперь мы три сапога пара. Помните, я говорил, что с Лотенковым мы два сапога пара. Вот еще один умелец, но о нем пониже. Вот. А почему я зациклился на внучке Алене? Да потому что пришла пора ей становиться садоводом. О том, что я умею и знаю, когда пора начинать, вот вам 8-летний Тимоша. Ну, сейчас ему уже 10-11, а было 8. Вот. Невозможно это. Для него это игра. Я стою рядом, умираю со страхом, но все-таки косить ему нравилось. Вот это мой градусник, 40 градусов. Это было 23-го. Ну, сейчас близко к этому. Сибирь наша, всем говорю, кто-то считает, что Сибирь это такая жуть. Знаете, когда-то я смотрел фильм про Ленина, и там зимой к нему пробивались там мать его, там это невеста его. Это, и вот это самое такое бескрайняя Сибирь. Зима, лютый, воет ветер. И маленькая точка, это две лошадки едут по заснеженной степи. Вот такая она во всем мире считается. Летом наша Сибирь жарче, чем Европа, Российская Европа. Жарче. Как правило, бывают исключения, сейчас все разболтано так, что смотреть телевизор страшно. Но в среднем, да, у нас лето теплее. Да, уже давно пора оглобли поворачивать в сторону востока, осваивать его по-настоящему, строить здесь санатории, санатории, санатории. К тому же, посмотрите, что творится во всем мире. Вот. И нам пора санатории устраивать здесь.
в том числе и сибирские сады. Время пришло, доказательств достаточно.